правоохранительных органах Игорь Лопатин служит с 2000 года. Сейчас ему 39 лет. Большой опыт работы дал все необходимые знания. Их он будет использовать теперь уже на новой должности начальника управления МВД России по Одинцовскому округу. Уверен, что работу по всем фронтам мы продолжим с Игорем Петровичем Лопатиным. Игорь Петрович, вы у нас курировали ключевой блок криминальной полиции, борьбу с экономическими преступлениями. Очень хорошо знаете специфику Одинцовского округа и оперативную обстановку. Мы с вами плотно и напрямую успешно взаимодействуем уже не первый год. Глава отметил, что тесное сотрудничество администрации округа с полицией позволяет обеспечить комфортную и безопасную жизнь гражданам. За последние годы удалось достичь больших результатов. С вашей поддержкой мы закрывали незаконные бетонные заводы, отравляющие экологию, боролись со стихийными свалками мусора, с незаконной добычей в песчаных карьерах. Вместе мы отстаивали права обманутых дольщиков, решали множество других серьезных задач и проблем. Начальник МВД уже определил, как будет осуществляться дальнейшая работа. По его словам, слаженная командная работа – залог успеха. Ведь руководитель в первую очередь опирается на своих подчиненных. Как приоритет для себя и для подчиненных я ставлю – это охрана общественного порядка, соблюдение законности, сопровождение культурно-массовых мероприятий, защита бюджетных средств, а также оказание государственных услуг. Качественно и срок. Также за основу, я считаю, это обеспечение безопасности наших малолетних сограждан. Большие ожидания возложены на нового начальника, отметил Александр Ворошило. Молодой и перспективный. Именно так он описал Игоря Лопатина. Безопасность и покой граждан – это самое главное. Самое главное. И, думаю, Игорь Петрович это осознает и понимает, что ему предстоит. И он к этому полностью готов. А мы, как общественный совет, будем делать все возможное для того, чтобы эта работа была более качественной. Ранее должность начальника МВД России по Одинцовскому округу занимал Алексей Школкин. Он успешно возглавлял полицию на протяжении 7 лет. Игорь Лопатин пообещал, что продолжит намеченный курс по основным направлениям деятельности. Эмилия Аракелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».